По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева в последний четверг сентября ежегодно отмечается единый день отчетности перед бизнес-сообществом по всей республике. В связи с этим сегодня в университете имени Мухаммед Хайдара Дулати контрольно-надзорные органы представили единый отчет перед бизнес-сообществом. Подробнее в предстоящем материале. Цель данного совещания – снижение факторов, препятствующих развитию бизнеса, повышению правовой грамотности предпринимателей. Кроме того, представители госорганов доложили о результатах проделанной работы в текущем году и дальнейших планах. Отметим, что в мероприятии также принял участие заместитель главы региона Абулхаир Тамабек. В целом проверки были проведены у 138 средних предпринимателей и 82 крупных предприятиях. По сравнению с 8 месяцами прошлого года количество проверок увеличилось более чем в 2 раза. Эта статистика была получена после моратория. Почему такие высокие цифры в этом году? Потому что 34 года подряд проверки вообще не проводились. Многие контрольно-надзорные органы не были задействованы. А затем, то есть в этом году, началась массовая проверка. В завершении встречи предприниматели задавали волнующие их вопросы и высказали свои предложения по конкретным проблемам. Также, отметив некоторые трудности в процессе проверки бизнеса, они подчеркнули необходимость совместного поиска решений. Кулюш Умурзакова, Аслан Кожахметов, Азамат Бескенов, 77 News.